1 серпня в Україні одночасно із рештою країн світу розпочався тиждень підтримки грудного вигодовування. Дата не випадкова. Цього дня у 90-му році прийняли декларацію про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Її підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ. Проходить акція під егідою Міжнародного союзу, що об'єднує організації та приватних осіб, які вірять у право матері на годування дитини грудьми і право дитини харчуватися материнським молоком. Наша гостя сьогодні – Альона Майоренко, консультант із грудного вигодовування, лікар-методист Дніпропетровського регіонального центру підтримки грудного вигодовування, член Міжнародної асоціації лактації. І якщо у вас виникнуть питання під час спілкування, телефонуйте 370-31-01, будемо слухати ваші запитання. Добрий вечір, наші гості. Добрий вечір. І так, в чому же все-таки проблематика даного вопроса? Для чого проводять вот такі неділі грудного вскармлювання? В первую очередь еще раз напомнить нашей общественности, нашим дорогим мамам, теперешним мамам и будущим мамам важности кормления грудью непосредственно своего ребенка. Это то, что мама может дать абсолютно бесплатно, и как шутят наши коллеги, в самой красивой в мире упаковке, индивидуальный подход для своего ребенка. Это то, чего мама, как, то, чем мама может состояться, собственно говоря, это ее материнство. А вот сегодня мама, сегодня, как считается, мама обязана кормить ребенка или она может кормить по желанию? Вот я сказала о том, что есть право матери вскармливать грудью, есть право ребенка кормиться ее грудью, да, материнским молоком. Вот должна или не должна? Как сегодня стоит вопрос? Вы знаете, ну, в любом случае, заставить маму кормить своего ребенка грудью, ну, это совсем, наверное, неэтичный вопрос. Мы можем маме посоветовать, рассказать о преимуществах, а решение в любом случае принимает женщина. Но хотелось бы, в первую очередь, чтобы эта женщина, каждая конкретная женщина, принимала это решение, имея все факты о грудном вскармливании, о пользе того, как будет она кормить своего ребенка грудью, о том эффекте, который она получит для здоровья малыша, для тех их отношений, которые сформируются в периоде грудного вскармливания, как и для здоровья матери в первую очередь. Ну, все знают, что надо, что это полезно. Вот можете перечислить основные преимущества? В чем все-таки состоит полезность? Полезность? Ну, давайте начнем с того, что состав грудного молока до сих пор не рассекречен. Есть основные, Правда, это сложно, 700 элементов, которые уже назвали, против, скажем так, каких-то там нескольких десятков, которые, скажем так, в классической смеси находятся для искусственного вскармливания. Это индивидуальный подход, это иммунологическая защита, это те факторы, которые может мама передать со своей, со своего уже жизненного опыта, со своего здоровья. Вот. Ну, давайте так вот просто уже конкретно. Это серьезная экономия для семейного бюджета, как минимум. Вот. Потому что мы подсчитали с коллегами, что мама за год, как минимум, грудного вскармливания, который нуждается непосредственно в покупке смеси, если она не использует грудное молоко, потратит минимум 30 тысяч гривен для теперешнего нашего заработка, скажем так, среднестатистического. Это серьезная дыра в бюджете. Да. Вот. А для здоровья матери в любом случае это очень логично. Тот орган, который не выполняет свою функцию, предназначенную ему природой, может болеть. Поэтому женщины, которые кормили грудью и хотя бы выполнили ее на те 2 года, которые рекомендуют нам ВОЗ, снимают, вот только хотела спросить, снимают два года, риск да, развития онкологических заболеваний молочной железы практически в 2 раза. Угу. Вот 2 года, да, это да, считается сегодня нормальным. И 2 года молоко у здоровых матерей оно есть, да, присутствует. Я знаю, что если долго кормят детей грудью, там уже в более взрослом возрасте детском, ребенок просто пользуется там и как соской, да, возможно, там для засыпания, для успокаивания там самого себя. Или все-таки лактация вот в течение 2 лет может лактация быть в течение 2 лет, она оправдана, конечно. В любом случае, почему-то вот в нашем обществе до сих пор остается информация о том, что молоко какой-то коровы неизвестной, которого якобы заменяют кормление грудью, будет качественно лучше молока своей собственной матери. Почему-то. Вот. Ну а по факту получается, что
кормление до 2 лет оправдано и состоянием здоровья малыша, его потребностью, и оно не становится каким-то неполезным. Там, после года я часто слышу такие мифы. В принципе, тема грудного вскармливания обросла мифами и по поводу длительности, и как часто, и как долго. В любом случае, это решение мамы и ребенка, это их личная ситуация, ситуация этого тандема. В любом случае, мы всегда советуем, что кормление должно приносить не только пользу, скажем так, мама должна, но и обоюдное удовольствие, как маме, как и для ребенка. Поэтому если в каком-то моменте мама чувствует, что она перестает чувствовать комфорт, она может обратиться к нам за помощью, мы посоветуем, как сделать так, чтобы грудное вскармливание было ей в удовольствие, потому что это кормление, то, о чем вы говорите, используют грудь как соску, это не только сам факт кормления, но и воспитание ребенка. Это педагогика, это то, как мама позволяет ребенку обращаться со своей грудью. Как можно вести себя, как нет, а где мы кормимся для старшего ребенка, скажем так, который уже может просто, грубо говоря, подойти, залезть на колени, сказать, все, я буду есть. Вот, насколько это будет маме комфортно, находясь в, там, не знаю, в каком-то общественном месте, насколько она будет себя вот этого комфортно чувствовать. То есть она будет ребенку объяснять, как себя вести, мы подсказываем, на каком этапе нужно начинать это делать и как это продолжать, и грамотно завершать, собственно говоря, потому что если мама вот увидела все, вот 2 года, все, мы ставим точку, то не совсем корректно будет сделать это за один день. Можно и до 3 лет кормить? Или, конечно, или... это в любом случае решение мамы и ребенка, польза от этого будет однозначно. Точка. Просто с восклицательным знаком. Польза от этого будет. А вот сегодня же меняются подходы, да? Вот, я не знаю, там, в мое время действительно это было публично делать, не принято, да, и, в общем-то, даже осуждалось. Сегодня ведь совершенно другой подход. Вы приветствуете это? Ну, вот, вы знаете, каждая мама решает для себя, как она себя будет чувствовать в этой ситуации. Общественность, в принципе, должна реагировать, как мне кажется, абсолютно нормально и естественно. Ребенок грудного возраста, он захотел есть, и он имеет право поесть, собственно говоря, даже если мама находится в каком-то общественном месте. На том, как именно вот это получается у них, для каждой мамы свое какое-то решение. Кто-то использует слинги, например, и не делает это настолько вот прям публично, чтобы беспокоились окружающие мужчины и женщины, которые могут быть недовольны этим. Mm-hmm. Вот. То есть уважать мнение окружающих. Хотя, с другой стороны, если у мамы нет возможности как-то это скомпенсировать, то почему бы ей не покормить? Mm-hmm. Ну, сегодня есть достаточно, да, есть достаточно разных видов одежды, да, которые там скрывают. Да, и ради бога, и мест. Возможно. И почему бы этого не делать? Mm-hmm. Это можно абсолютно спокойно. Есть у вас какая-то статистика? Многие мамы сегодня, много ли мам сегодня отказываются кормить добровольно? Вот сама не хочу, остановила процесс и все. Вы знаете, единичный случай, единичный. Когда мама говорит, нет, я не хочу, я не буду, вот это не для меня абсолютно. Чаще всего это происходит от незнания организации грудного вскармливания, как это должно происходить, какой режим кормления, как часто кормить ребенка и как долго кормить ребенка. И незнание каких-то кризисных моментов, которые бывают за период грудного вскармливания, с каждой мамой они, в принципе, сталкиваются. Главная задача – задавать вопросы, не сомневаться в себе и получать поддержку. Так вот, как мы можем повлиять на мам, чтобы для них было все проще? Очень хочется, чтобы больше беременных женщин, которые ожидают только малыша, знали об этом, слушали информацию, получали о грудном вскармливании. Они уже будут знать, что их ждет. Вот очень часто у беременных есть больше внимания, скажем так, они уделяют процессу родов, он их беспокоит в большей степени, но они забывают о том, что грудное вскармливание начинается практически сразу, там, в течение получаса, 2 часов, там, по нашим протоколам, мама получает ребенка на груди, который начинает активно хотеть есть, вот, и что с этим ребенком уже делать, нужно знать заранее, собственно говоря, и уже задумываться над этим. Очень хочется, чтобы наше общество более лояльно относилось к мамам и поддерживало их в их желании кормить ребенка грудью. Это настолько естественно, это ничего такого сверх невозможного или какого-то
неприродного. Это нормально, это естественно. Неестественно, когда ребенок получает какую-то химическую смесь, созданную искусственно. Вот в течение этой недели, я так понимаю, что вы именно вот этим и занимаетесь. Вы разговариваете, вы консультируете, вы объясняете, да? А почему неделя? Почему дня недостаточно, да? Вот в течение недели проходят эти Да, это проходит в течение недели, потому что вот как вы правильно сказали, приняли эту программу еще в 90-х годах, Иночентийская конференция. Почему она была так актуальна? На тот момент была очень высокая смертность у детей первых 3 лет, там больше 30%, это огромные суммы, огромные цифры для малышей. Общество собралось и посчитало, откуда же такие мы теряем убытки, почему это происходит. И поняли, что это проблема вскармливания непосредственно малышей, что они должны получать грудное молоко. И это залог их успеха и здоровья в дальнейшем. Это необходимо. Сказать о грудном вскармливании в 2 словах практически невозможно. Сейчас на всех уровнях и в больницах, и медицинские работники, и социальные организации всевозможные, общество, которое поддерживает кормящих мам, говорят об этом по всем возможным источникам информации, еще раз проговаривая. Хочется, чтобы их понимали, их слышали в их желании, их стремлении. Потому что очень часто как залог успеха грудного вскармливания – это мама, которая верит, что у нее получится. И мы всячески доказываем, что да, женщина даже с одной молочной железой в состоянии выкормить ребенка полноценно. Вот. Это ее семья, которая ее поддерживает. И в нужный момент, когда она засомневается, а все ли у меня хорошо получается, скажут ей, у тебя все получится, ты молодец, давай мы поищем специалиста, который может тебе помочь. То есть обращаться за помощью, не принимать самовольных решений. К сожалению, сейчас доступность заменителей грудного молока буквально круглосуточно. Можно в любой момент сомнения ситуацию скорректировать внесением смеси не всегда оправдано, а это, к сожалению, сворачивает лактацию. Ну, поскольку у меня есть один вопрос, не совсем по грудному вскармливанию, поскольку вы все знаете о маленьких детках, очень популярным было видео недавно в социальных сетях о детском докторе, по-моему, американском, который очень так ловко успокаивал плачущих малышей. Вот буквально несколько секунд видео предлагаю посмотреть, и если вы знаете, как он это делает и почему, ответите, хорошо? Пожалуйста, видео. Here we have a crying baby, and he just got a shot here. So this is Ashton, and here's what we do. So we pick up Ashton, I fold his right arm like this, and then his left arm in front, and then very gently hold his arms like this, hold his little bottom, and gently rock him up and down, just like that. And even though he just got a shot, look at that leg. That's a big ouch on that leg there. You can see that you can comfort him and quiet him. Again, I'm holding with my right hand his little bottom. I'm gently shaking him back and forth. We rock him up and down very gently. Sometimes we stir him to the left and we stir him to the right. And... Ну, вот такие чудеса, мы долго обсуждали, как он это делает, там, придушивает он их, говорили одни. Вот что он делает, что происходит с ребенком? На самом деле никакого секрета в данной технике нет. Вот представьте себе, вы находились 9 месяцев в температуре 36,6 в одинаковой темной влажной обстановке, вот, и вокруг вас были границы. Вот, границы, скажем так, это матка, это утроба матери, в которой находился ребенок, он чувствовал ее всеми частями своего тела. Так, собственно говоря, вот доктор, он повторил эту манипуляцию, сложив ручки на груди, сделав поддержку личику и поддержку сзади, почувствовав ребенок, и мерно его раскачивая, как в ритме, как бы мама, когда ходила, ребенок такой же ритм испытывал. Собственно говоря, это и чудо. Можно Ничего использовать, да, можно использовать в практике. Действительно, деткам иногда нужно успокоиться, и это помогает. Почувствовать Супер, спасибо, им себя безопасно. Спасибо, да, прояснили. А куда обращаться, коротко, куда обращаться, вот, если есть вопросы? В течение недели вы можете обращаться. Да и в принципе, пожалуйста, дорогие мамы, по существующим вопросам, не принимайте
принимайте самостоятельное решение, обращайтесь за помощью к медицинским работникам, к консультантам по грудному вскармливанию и к нам, конечно, как областному центру поддержки грудного вскармливания, который находится на базе перинатального центра. По телефонам горячих линий можете к нам всегда дозвониться и задать любые интересующие вас на тему грудного вскармливания вопросы, либо же прийти к нам в перинатальный центр по адресу Космическая, 17, пожалуйста, или звоните на телефоны нашей горячей линии. Назвать... Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Пусть все мамы и дети будут здоровы. И спасибо, что делаете для этого все возможное. Ще раз дякую нашій гості. Альона Майоренко, консультант із грудного вигодовування, лікар-методист Дніпропетровського регіонального центру підтримки грудного вигодовування, член Міжнародної асоціації лактації.